никогда бы не подумал, что такая маленькая колонка способна выдать реально офигенный звук. Перед вами Anker Soundcore 2. Данную колонку я юзаю уже примерно месяц и готов поделиться своим впечатлением от ее использования. Сам я, естественно, большой любитель музыки, не распользовался дорогой мониторной аудиотехникой и сам являюсь владельцем вот таких студийных наушников и вон той гитары. Короче, как вы поняли, кое-какое представление о качестве звука я имею, поэтому без зазора совести буду расхваливать или наоборот ругать эту колонку. Ну и наверняка у вас много вопросов, есть ли бас, громкая колонка или нет, какой у нее заряд, как она звучит в сравнении с другими колонками. Все эти ответы вы найдете в данном видео. Кстати, по поводу сравнения с другими колонками, тут дело непростое. Сравнивать я буду с двумя моделями, одна от Xiaomi, другая Otto. К сожалению, они стоят практически в два раза дешевле, но по другой других вариантов не нашлось. Поэтому имеем, что имеем. Сам Anker стоит 2700, и будьте уверены, вы сразу же забудете про цену, когда узнаете, как она звучит. Итак, колонка пришла всего за 3-4 дня, доставку выбрал курьером через email. Посылка чуть-чуть помятая, но производительность никак не сказывается. Внутри нас приветствует коробочка с надписью «Спасибо, что выбрали Anker», в которой лежит провод microUSB и инструкция. Русский язык есть. Больше ничего интересного здесь не вижу, достаем колоночку и сразу же наслаждаемся ее довольно цепляющим внешним видом. Софт-тач, из которого в основном выполнен корпус колонки, очень приятен на ощупь, но как вы догадались, отпечатки пальцев остаются просто на ура. Перед съемкой я попытался все оттереть, но полностью пятна убрать не удалось. Спереди видим металлическую сеточку, на которой собственно нарисован логотип Анкера, а сбоку у нас плотная прорезиненная крышка, выполненная по стандарту влагозащиты IPX7. Под ней 3,5 мм Hot AUX и сам microUSB для зарядки. Сразу делаю вывод, что колонку можно без проблем использовать при беге, при езде на велосипеде, и попадание дождя также никак не навредит работоспособности этой колонки. Сверху у нас до боли простые кнопки управления, здесь включение, убавить громкость, play stop кнопка, она также выполняет функцию переключения трека вперед, нужно просто два раза прожать. Далее прибавить громкость и Bluetooth. Bluetooth здесь, кстати, версии 5.0. Определяется колонка как Soundcore 2. Давайте подконнектимся и потестируем ее звучание. Берем сразу в тест колонки Xiaomi и Otto. Включим треки какого-нибудь направления. Направление? Какое направление? Ну, допустим, рок, джаз и что-нибудь с басами. И начнем все это дело по очереди прослушивать и делать выводы по звучанию. Итак, стартуем. Что делаем? We'll be right back.
Собственно, вы сами все прекрасно слышите. Громкость у этих колонок оказалась разная. Анкер звучал всего лишь половину громкости, у Отто был запас в 2-3 деления. Хуже всех показала себя Xiaomi, там громкость была выкручена практически на полную. Но это не удивительно, так как Анкер носит себе 12 Вт мощности, у Отто всего 3, а Xiaomi 5 Вт. Почему Xiaomi звучал тише, Отто имея преимущество в 2 Вт, для меня загадка. Но несмотря на все это, Анкер выходит явным лидером из этой тройки, что по громкости, что по качеству. Что по поводу баса. По заявлению производителя, колонка выдает диапазон от 75 Гц до 20 кГц. Не знаю, почему производитель решил сделать порог низов не от 20 Гц, как это есть в большинстве бытовой музыкальной аппаратуры, но несмотря на все это, колонка все равно неплохо так басит.